Дом и участок у озера или реки – мечта многих. Насколько далеко готовы зайти горожане ради исполнения своего желания, выясняла наша съемочная группа. С первого взгляда можно подумать, что это шикарный коттедж на берегу Волги с прямым выходом к реке. Но нет, это частный детский сад, через дорогу от которого идет спуск к воде. В результате мониторинга сотрудниками администрации было выявлено нарушение. Именно эта лестница установлена на муниципальной земле без согласования с администрацией. Получается, что незаконно. Но чья она, долгое время было непонятно. Еще год назад у этой лестницы собственника не было. Потому что когда мы выходили, обходили близлежащие дома, все от этой лестницы открестились. Картина стала ясной, когда приступили к демонтажу незаконного сооружения. Сразу выяснилось, и кто собственник объекта, и кто его возводил. Лестницу установил хозяин здания, где расположен шикарный частный детский сад на набережной Волги 39. Сразу возле дошкольного учреждения мужчина сделал спуск к речке на муниципальной земле и при этом ни с кем это не согласовав. Когда начался демонтаж сооружения, разразился настоящий скандал, причем с угрозами. Сложно представить, что бы было, если на месте не было сотрудников полиции и нашей съемочной группы. Куда вы грузите мое имущество? Зачем вы так аккуратненько его откручиваете? Ну-ка дай сюда, мое имущество. Мое имущество выгружайте на. Я его лично строил за свои деньги. А у вас есть документы на ваше имущество? Это воровство, это воруют. Почему это не воруют? В городе не строил, вводят. Опишите имущество, я в суд подам на вас. А ведь все можно было сделать по закону. Самовольничество или беспредел, захват земель, как интерпретировать действия нарушителя? Сегодня мы землю захватываем, а завтра памятники сносить начнем. Хочу привести очень простой пример. Представьте ситуацию, что вы приезжаете после трудовой недели на свой дачный участок и за забором на своей территории обнаруживаете какую-то там бытовку или гараж. Вот какие ваши действия будут? То же самое происходит и сейчас в городе. На муниципальной земле, без согласования собственника этой земли, то есть с городом человека, устанавливает какой-то объект, будь то лестница или киоск, или какое-то ограждение. Вот представьте, вот сколько домов мы видим, да, там 30-50 домов, если собственник каждого дома захочет установить у себя спуск к воде. Нормально это будет или нет? Отметим, что хозяин 39-го дома на набережной Волги уже не впервые выступает нарушителем. Не так давно он привлекался за незаконную установку шлагбаума, опять же, у своего здания, вследствие чего был перекрыт проезд на авто к набережной. Конструкцию демонтировали. Продолжая тему незаконно установленной лестницы, то по соседству с ней наблюдается еще несколько частных конструкций, тоже незаконных. В ближайшее время и они будут демонтированы. Поэтому собственникам рекомендуется в ближайшее время добровольно их убрать с муниципальной земли.